Так, ребят, всем привет. Мы продолжаем проходить Ghost Runner, Дубль 2, короче. Почему именно Дубль 2, вы уже видели, собственно. В общем, у нас тут анонсировали вторую часть Ghost Runner. Обязательно с вами ее пройдем. Обязательно, если на каком случае, сразу же после релиза. И, блин, это будет круто. Круто, потому что мне игра прям заходит. Также в этой серии вы будете нас слушать. Надеюсь, идеально. Что это было? Ну что, цель был какой-то? Да, у него выстрел. У него был хит, да, ребят, верно. Офигеть, у него был хит. Пока его ловишь. Попытайся остановить эту машину. У тебя должно получиться. Наверное, подбирать надо. Надо миномет вам. Да, надо вам миномет ставить. Вот так. Ага. Сделал. Двигатели совместимы с щипами Атма. Инженеры не смогли управлять ими силой мысли. Вот примерно так же. Я получила доступ к их локальной сети. Скоро мы узнаем их план действий. Был ваш план. Восхождение должно было захватить подъемники и подняться в Дарма-Сити. Мы готовились к заданию, но ключи нас накрыли. Почему они напали сегодня? Наверное, хозяйка ключей как-то про нас узнала. Или про тебя. Yeah.
Специально. Вот так посадил. Они только что начали изолировать Амиду. И что делать? Процесс завершится тогда, когда подъемники достигнут верхней станции. Иди в пост управления. И побыстрее. Что это такое? Каким-то образом задержать их отступление. Сейчас бы не помешала помощь восхождения. Жаль, что повстанцы погибли так быстро ради благого дела. Это было и твое дело. Они заботились о своих семьях, а я о выживании человечества. Все зависит от того, как на это смотреть. Справишься. Я, конечно, не компьютерный гений, но система у них дырявая. К тому же у меня есть атма. Нейроимплант. Да. До переворота они были у всех. А теперь? Вот это вообще полезное. Так.
Хозяйка ключей знает, что наша цель — Амида. Нас будут ждать. И каков путь? Есть еще одна станция, но путь туда займет несколько часов. Ты можешь добраться и своим ходом, но на это уйдет еще больше времени. У ключей тоже есть чипы в мозгах? Да, как и у всех, кто родился до переворота. А что? Их можно взломать. Я так не думаю. Она не сможет. Терминал прямо по курсу. Времени осталось совсем немного. Время в Киберлезне течет медленно, но нельзя оставаться здесь вечно. Еще немного, и мы не успеем попасть на подъемник. Там такие некоторые фигуры ничего, да? А-а-а.
смотри. Надеюсь, ты не забыл, что часики тикают. Поторопись. В этом месте невозможно ориентироваться. Значит так. Благодаря фаерволам я оставался в живых последние 20 лет. Запоминаем последовательно, смотри. Видите, там невидимое. Если мы отойдем, там просто невидимая эта хрень. Мы просто ее не видим. Значит, соответственно, нам нужно запомнить вот эти вот... Сейчас запомним. Так, три раза не подойди. Раз, два. Короче, два раза вперед, два раза направо, два раза налево. Два раза вперед, два раза направо, два раза налево. Вот так вот. Поехали. Два раза вперед. Все. Дальше. Интересный уровень. Так, а ты что? Не горюй. Будь ты просто человеком, было бы еще меньше смысла. Ты бы чего-то прям знаешь найти брата? А? А-а-а! Смотри. Ты же где? Прям... Короче, прямо идешь. Отлично. Любопытно. Похоже, буфер датчика безопасности. Сохранили кое-какие данные. Какие данные? Обрывки нейросканов бегущей тени. Они помогут улучшить твой программный код. Откуда они здесь? Вероятно, один из воспользовался подъемником Амиды. До того, как повстанцы Мары отключили внутреннюю систему охраны. Другая бегущая тень. Возможно, это был ты. Вот это интересно.
кажется, да? Наверное, за ней только попытка бежать. Бежим в неизвестность. Нет, реально? А если я драться буду? Они будут приближаться. Мария, вот какая она тут. Любопытная, а? Слушай. Любопытная байгарка тут. Сконцентрируй в левой руке энергию, а затем выпусти ее. Что? Не думай. Действуй. Че? Вот так. Все равно это просто визуализация. Как это работает в реальном мире? Внутренняя гидравлика будет создавать быстрые микровибрации. Резкое изменение местного давления приведет к направленному взрыву. Очень надеюсь, что твоя не дурака, что поставили ополченцы, выдержит это. Основным назначением приема было сдерживание толпы. Оружие нелетального действия. Сейчас, разумеется, нет необходимости сдерживаться. Этого, ребят, пропустили совершенно, вот, прям вот, совершенно пропустили. Не увидел это. Прошло считано. И вот еще что. С помощью шквала можно отражать снаряды. Попробуй. Немного практики, и ты будешь готов. Я хочу. Я просто не понял. А это просто подрыв. Просто подрыв. Можно взять полученный клон. А теперь нет. Школа не такая плохая, что-ли, прикольная.
дальше подбирается. С этим мы разобрались. Путь комедия. Ну, два часа, три даже. Но выглядело круто. Что ж, для вас это обойдется примерно в полчаса. Но, что ж. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кирилл, всем удачи и пока.